Теннис как смысл жизни. С таким девизом вот уже 52 года живет известный ульяновский детский тренер по теннису Валерий Самсонов. Глядя на него, с трудом верится, что он ровесник Великой Победы. Обоим в этом году исполняется 76 лет. Основным местом работы за все эти годы Валерий Александрович называет областной дворец творчества детей и молодежи, в былое время именуемый дворцом творчества пионеров. Тысячи мальчишек и девчонок под его наставничеством взяли в руки ракетки и мячи, чтобы освоить один из самых популярных видов спорта у юношества в нашей стране. У меня такая программа, она рассчитана на три категории. Первая категория – это юный теннисист, мальчик, девочки 6-7 лет. Они занимаются 2 года. Потом уже на протяжении 3 лет еще – это клубный игрок. Дети, которым 12, 13, 14 лет, они уже играют в соревнованиях между собой, внутри. И уже старшие группы, это где-то 15-17 лет, это называется программа «Семейный тренер». Самсонов уверен, теннис закладывает в детях выносливость и стойкость. Этот вид спорта помогает в будущем достигать спортивных или профессиональных высот. Да, теннис – это концентрация внимания, это воля, это терпение, это мышление, процесс мыслительный. Когда в теннис играешь, ты ни о чем не думаешь, кроме тенниса. Полностью отключается. Чисто психологически это помогает. Ты устал, там, неприятности на работе, в школе, двойку получил, тройку, с мамой не так поспорил. А пришел, взял ракетку, все забываешь. Полностью отвлекает, лечение идет. Для начинающих теннисистов Валерием Самсоновым разработана специальная разминочная тренировка. Здесь и различные виды спортивных упражнений на гибкость рук и ног, и непосредственно отработка техники ударов. Для каждого маленького спортсмена теннис – нечто большее, чем просто игра. Ну что, ребята, что значит теннис в вашей жизни одним словом? Спорт. Улыбка. Радость. Мама. Азарт. Мечта. Любовь. Поддержание формы. Мяч. Ракетка. Смелость. Терпение. Класс. Также интересно наблюдать со стороны за игрой буржуй. Правила ее предельно просты. Кто больше всего соберет мячей, выброшенных тренером на корт, тот и буржуй. После каждого раунда победителя ждет суперприз. Сколько? 7. Ну, буржуй. Сколько? 7? Так, всем очень маленький подарок тебе. Спортивным азартом и оптимизмом тренер Самсонов заряжает каждого, кто оказывается у него на тренировках. В свой день рождения он также на родном корте, и, как знать, может, Валерий Александрович еще и не догадывается, что тренирует будущих Сафиных или Шараповых. Для любого учителя, тренера, самый главный подарок ему на день рождения – это достижение и спортивные успехи его учеников. Внимание! С днем рождения! С днем рождения! Антон Никонов и Герман Баранов. Ультра ВДТВ. Ура!